террористы убивают американских граждан, устраивая взрывы. Как это возможно, что эти преступники в масках не исчезли с лица земли, а продолжают захватывать город и нападать на невинных людей, как на Чарльза Стэндиша из Оскорб, в их собственных домах? Как? Вы в эфире с Джоном Джеймсоном. Да, мой брат работает в тюрьме, и он говорит, что арестованные демоны молчат. Не хотят говорить даже со своими адвокатами. Это подчеркивает мои опасения, связанные с этими демонами. Они необычные преступники. Возможно, они даже необычные...
Ну да, все как обычно. Отключаешь основное устройство, потом вторичное. Контроль, нужен отчет по Курлерску. Контроль, наш ПТР атакуют демоны.